дюнах тело нашли. Тело женщины. Это моя сестра, которую какой-то маньяк держал 14 лет. Рита Тихонова не может расследовать дело смерти собственной сестры, близнеца. Я хочу участвовать в расследовании. Это старший лейтенант Матвей Кожухов будет твоим напарником. Мам, почему ты никогда не носишь платье? Я же следователь. Где Майя была все эти годы? Ты не хочешь узнать, что с ней произошло? Ни черта вы не узнаете. А если узнаете, то не поймете. Все это началось не вчера. И даже не в день исчезновения Майи, а гораздо раньше. И в этом замешан кто-то из местных. Возможно, кто-то, кого она очень хорошо знала. А ты знал, что у Майи была такая же татуировка, как у тебя? У вас с ней была особая связь, да? А чего еще я не знаю? Про нее, про тебя, дядя Юра. Кто ты такой на самом деле? Вижу, понятно, он чего-то скрывает. Ох ты мой. Море забирает только тех, которые полюбят. Полюбят по-настоящему. Юра! Этот цыган! Цыган меня похитил! Тьма за тобой ходит. Не позволяй ей тебя любить. Проклятие, русалки, демоны. Черт знает что, в вашей лагане происходит. Я не верю, что это может хорошо закончиться, понимаешь? Не верю. Если надо будет, чтобы Юлю вернуть, с бубном танцевать буду, и ворожить буду, и что угодно буду делать. Она очнулась.